Отчего так в России березы шумят? А березы тут шумят, потому что слишком дерзкие. Только посмотри, какие мощные тут местные. Каждый тут богатырь, штанга лучше на шатырь. Тут не думают, что говорят, тут говорят, что думают. Твою коробку черепную вынесем на балкон. По улице идет ребенок с калашом, с калашом. Золотой калаш в руке. Адик, 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 кроссы на ноге. Первый лям не за горами, просто дайте время мне. Каким бы ярким ни был ты, но не в полной темноте. Хожу без намордника, не сытый, а сытый, бля. Мой медведь на поводке, но не я, но не я. Минский андеграунд, кто за нами, тут и брат. Ты мог слышать эту тему пару месяцев назад. Я упал, снова встал, это белорусский драп. Ха-ха, это белорусский драп.